you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Фаворит Ролеплей, первый сервер. Муни Кирилл Путбуль. Кто не знает, это Non-RP сервер, Фаворит Non-RP. Non-RP это, ну, это Non-RP, короче, логично, да? Здесь дается админка при входе, админка 4 уровня, и вы пишете вот, а help. Сейчас, что на меня не работает, а help, вот. Вот, четвертый уровень. Ну и чем больше вы играете, тем больше вам будет, в принципе, доступно команд. И вы сможете больше себе позволять. Здесь каждому дается админка. Сейчас онлайн 46 человек, в принципе. 2 часа дня почти. Ну, неплохой онлайн, так сказать. Я здесь уже много раз играл. И у меня здесь есть донатик. Я хочу кейсики обратно подкрывать. Как всегда, в принципе, мы это делаем, но... Перед этим я хочу купить себе админку. Админку себе купить хочу. Чтобы мы могли всех просто выебывать. Так, 5-й левел. Зам, главный основатель. Вот, основатель стоит 500 рублей. 500 рублей стоит основатель. Антиварн. Декстер, выход из тюрьмы. Покупка админ команд. Вот админ команды здесь можно купить тоже. Я куплю, наверное, все команды. Все. Просто мы сделаем так, чтобы здесь можно через донат покупать все команды. Да, вы можете донатить, либо саму просто играть и развиваться. Ну, как по мне, мне проще задонить. Так, ну, давайте сейчас не кейс, я сейчас админочку куплю. Так, вот админка и админка основателя. Вот, все. Теперь нам теперь будут доступны многие команды. Пишем help. Мы же можем создать дом себе и вот все мы можем, короче. Поэтому все будет четко. Теперь открываем кейсы. Открываем кейсы. Как бы вы, если вы никогда не были админом, но всегда хотели побыть на каком-то, ну, в КРМП, на проекте администратора, вы можете, в принципе, себя ним почувствовать спокойно. Поэтому все нормально. И кто мне только что... Так, у вас заспавнил Петя. Петя. Где этот Петя? Петя. Еще бы сделать антислаб. Так, а есть здесь? А панель есть? Иди. Петю эту надо найти. Вот он, 26-й. Бан 26-1. Помеха. Понимаете? Потому что я специально купил админку, чтобы мне не мешали. Иди теперь гуляй, Петя. Иди теперь гуляй. Видите, как бы, если вы можете, в принципе, играть, развиваться, и все будет заебись. Надо себе еще купить антибан, я думаю. Так. Чтобы меня не забанили. Так, покупка админки, антибан. Так, что еще купим? Антикик. Так. Видите, чуваки, тут много чего есть. Так, выход из тюрьмы, антибар. И последний сейчас купим. Вот так вот. Снимаешь. Да. Да, чувак, снимаю. Так, 490.00. Вот так, денег дать. Нет, спасибо. Я 8-й левел админки. 8-й левел админки, можете деньги выдавать. Смотрите, гибы. Money. У меня там ID 13. Выдам себе 80 миллионов, допустим, да? Все. Я могу себе любые бабки выдать, все что угодно. Поэтому мне вообще похую. Да, конечно, это было не в тему. Да. Вам что делать нехуй, ничего.
Ой, как меня бесят такие просто. Вот кого... Вот нахер меня трогать? Вот я для этого админку покупал. Чтоб меня, блин, никто не трогал. Нет, надо, блядь... Сегодня серия выйдет, да. Надо, блядь, меня заебывать. Так, и снова моя машина слетела. Точнее, пропала. Поэтому надо купить квартиру. Все начали себе деньги выдавать, походу, блядь. Не основать, ну, админы 8-го левела не знали, что не могут себе бабки выдавать. Так, надо, кстати, себе найти хату. Пусть еще, блин, админы сделают анти-ТП, блядь, было бы вообще охуенно. И вот это заебывает, что у меня ТП-хают себе. Это меня реально заебывает, поэтому все четенько. Вроде сейчас еще кейсы пооткрывать, там повыпадает что-то четенькое. Четенькое. Поэтому все будет охуенчик. Так, фикс-ка. Это что за машина? Сейчас мы... Так, хелик, да? Это на шо? Это Мерс. Сейчас я тачки некоторые попадаю. Наверное, подадим хелику. Я хелик, наверное, продам. Сейчас я кое-какую тачку просто решил купить. Так, sell car. И продать, да. И сейчас возьмем, наверное... Вот так. Надо, да, надо сейчас тачки новые купить. Потому что надо что-то новенькое. Надо изменить чуть-чуть нашего школьника, чтобы он еще был пиздатый. Так, у нас немножко бабок. Так, ну вроде бы все. Осталось только бэк, какую я, в принципе, не продаю. Потому что эта тачка мне нравится. Поэтому я ее продавать не буду. Так. Ликшт. Конечно, через команду вот фары включать, это жестко. Так, че тут мне там хочешь, чувак? Все, поехали в автосалон. Ну и потом еще кейсики откроем. Так, мы уже едем, короче, едем. У меня, блядь, что-то с бандикамом постоянно включает запись, выключает сам. Меня это реально раздражает. Просто меня от этого бомбит, блядь. Меня это бесит, сука. Ёбаный бандикам. Такая, блядь, дрочь, просто дрочь полная. Со скринами в ЛС-группу, говорю же. Ну да, чувак, блин, я же занят. Я не знаю, была у тебя лидерка, нету. Но я тебя выдам потом, мне, блядь, ну. Нахуй нам не надо. Выпустил всех, сидишь за них. Ай, лол. Начал сидеть за Влад. Так, я хочу еще глянуть, что тут донати есть. Тут можно бат набирать, там поставить на машину. Либо нет. Все скиллы. Так, выполнение. Лицензия, лидерок, покупка админок, покупка вип-статуса. Что вип-статус дает? Ну, составляю... Передавать 100 тысяч. Это мне надо. Ладно, поехали. Лучше себе новые тачки покупать. Ну, конечно, среди всех тачек мне эта бэха больше всего нравится. Это понятное дело. Тут, блядь, даже гадалки не ходи. Я мог тпхнуться, но я, как бы, да. Администратор, там все дела, но мне проще как-то проехать. Сейчас прогрузится наш автосалончик. Так. Бентли. Ну, одну тачку я уже точно знаю, какую я куплю. Потому что наш школьник будет оборзевший такой ездить сейчас вам. Так. О, Мустанг еще есть. Мазерати еще есть. Мустанг. О, это еще Шелби. Ну как Шелби, ну поняли, короче. Так. Ну блин, тоже надо подумать. Насчет этой тачки. Так, Мазерати, Мерс у меня был этот. Додж-тат был, семерка. Ух ты, ёпта. Ух ты, какой красавчик, блядь. Ух ты, какая соска, реально. Вот ему идет такая расцветочка такая. Так, о, кабан есть. Кабан. Вот такой бы я еще взял. Так, кабан мы, может, купим себе. Бандитскую такую точилку. Так, что-то, блядь, я таких машин не помню вообще.
Что-то много новых тачек, на самом деле. Я аж растерялся. Не, ну, нам определенно нужен кое-какой джип, какой я хочу купить. Вот он. Вот этот джип. Ну, он, конечно же, будет черный, и мы его покупаем. Конечно, за игровую валюту, ёпта. Так, купить. Есть. Так, купили. Купили, теперь нужна еще одна машина. Я купил себе этот Mercedes-Benz. Нам теперь нужна тачка. Так, 7 миллионов он стоит, по-моему, там. Кабан, вот он. И его берем. Игровая валюта. 7 лямов. Покупаем. Во, вот это соска теперь. V12, все дела. Вот, теперь наш школьник будет настоящий дядя просто среди всех. Короче, я вот уже продал свою квартиру. Ну, человек хотел мне подарить дом, куда-то исчез, короче, пропал. Но я могу как бы сам себе дом создать, поэтому сейчас, может, где-то есть пустой домик. Поэтому, может быть, и что-нибудь найдем себе подходящее. Кстати, вон, Анашан там есть. Анашан. Анашан, Анашанчик, тире-тире. Так, ну тут на Анашане вообще ни хрена нету, поэтому смысла туда ехать я не вижу. Так, вот подписчик, который хочет мне дом подогнать. Бля, я всегда этот дом, кстати, хотел. А нет, там на другой стороне был дом. Когда-то на магазинке. Ладно, это не важно. Что, он продается или что? Ну, типа, хочешь мне дом подарить? Снимаешь, Кирилл? Да. Да, чувак, я снимаю. Давайте скриншотик сделаем. У меня как бы есть бабки, ну ладно. Как его купить вообще? Кто мне скажет? Как его? Бу? А, во. То, блядь, хуй пойми, как его купить на самом деле. Ну, вроде бы я его купил. Вот и все. Теперь надо в него зайти. Спасибо большое. Спасибо большое тебе, чувак. Передай привет мне. Саша Булавку, привет тебе. Так, передал. Привет тебе, большое тебе спасибо за дом. Только я какого-то хрена не могу зайти, серьезно, так. Фикс-кар. Так, где машина появится? Во. Школьник уже вообще зажрался, на самом деле, да? Дом оплачен на 3 дня. У меня домашний, тогда надо дома платить будет. Конечно, что-то у меня с интернетом, конечно, ебануться, что так происходит, ну ладно. Ну, весь дом деревянный, в принципе, ну, дерево это хорошо. Блять, видимо, тут что-то, блядь, такая вмятина, походу, тут девочек переводил, да? Ох, шалун, блядь. Ох, и шалун. Не, ну, неплохой интерьер, на самом деле. Мне нравится. О, на печи буду спать, ебать. Вот этот дом настоящий для нашего школьника, в принципе. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании, IP, группа Moodpack. Кто хочет, кому понравился проект, заходите, поиграйте, не пожалейте, я вам советую. Всем пока-пока. I'd be crying.